Здравствуйте. Я являюсь педагогом-исполнителем, и результаты моей педагогической работы непосредственно связаны с тем, что я прекрасно владею этим инструментом и также владею педагогическим репертуаром, являюсь концертирующим исполнителем. И одно из произведений педагогического репертуара мне бы хотелось сыграть для вас. Вариации на тему романса Варламова «На заре ты ее не буди» Иванова Крамского. Концерты проходят не только в концертных залах Москвы, но и в других городах, в филармониях нашей страны. А также последний концерт мой был в Китае не так давно, в городе Чангду. И видео с этого концерта я для вас представлю. Следующее видео и одно из видео из Рахманиновского зала Московской консерватории. Одного из моих учеников, Артемий Синицын, 5-й класс.